Данный вопрос уже рассматривался ранее, и мы сегодня возвращаемся к его рассмотрению, поскольку мы все понимаем, что необходимо нашу молодежь, наше подрастающее поколение ограждать от этих вредных привычек. Все мы видим, насколько сейчас набирает в кавычках популярность электронные сигареты, вейпы. И вот в связи с этим мы пришли к тому, что необходимо данные отношения отрегулировать, ограничить где-то использование данных средств курения. Вот. Но, тем не менее, предлагаем принять данный законопроект в первом чтении с тем, чтобы ко второму чтению формулировки и терминологию доработать, и у нас был качественный закон, который бы работал на деле.